Так, народ, всем здорово. Ну что, решил, короче, попробовать такую вот игру, называется Кварк. Ну, сорян, что там что-то типа было. Но это чисто для теста пробовал. Так, пионер, товар, ну, товарищ, естественно. Vítejte v Kvarku, firmě zabývající se výzkumem a vývojem jaderných technologií. Naším cílem je přinášet světu dokonale čistou energii. Ale první něco o historii naší firmy. V roce 1951 jsme s velkým úspěchem začali náš provoz. Do 5 měsíců jsme byli schopni pokrýt 95% spotřeby naší země. Za pár let jsme kvůli válce museli přesunout celý komplex do rozsáhlých uranových dolů pod naší elektrárnou. Dnes už celou operaci provádíme z podzemí a jsme plně samostatní. Proč jste na tomhle místě zrovna vy? Byli jste vybráni jako nejlepší z nejlepších, abyste mohli pracovat pro Kvark a pomoct v rozvoji nejmodernějších technologií. Tento úděl je tak významný, že předpokládáme, že nebudete potřebovat jakoukoliv finanční kompenzaci a vystačíte si pouze s dobrým pocitem, že ženete lidstvo kupředu. Náplní naší práce bude těžba a manipulace s uranovou rudou. Možná se ptáte, není taková práce nebezpečná? Ano, je. I nejproduktivnější z vás můžeme vybrat, abyste se zúčastnili celé. Dobré zprávy. Díky naší tvrdé práci se daří plnit plán na 150%. Díky tomu můžeme zvýšit potravinové příděly na 200 gramů. Tento týden zemřelo při práci pouze 5 zaměstnanci. Děkujeme za jejich tvrdou práci a na viděnou při dalším týdenním hlášení. Блин, тут шляпа, либо Atomic Hearts, либо то Singularity. Просто все вместе. Ну так вообще, что эту игру включил Singularity. Ой, я там не так. На всякий случай, хуй его знает. Язык, я так понял, чешский, скорее всего. Без 12 патронов всего. Прям халфа, а иди ты его мать. Настолько все жестко. Я просто сначала запускал, я далеко не заходил. Пошел в сраку, блять. Заебись, блядь. Ну да, так еще прям Atomic Hearts вкусил эту игру.
хоть так пока. Вроде все следы оставляю. А нихуя. Привлечем. Ладно, дальше. Я так понял, патрон нужно экономить. Неспроста, нахуй. Блять, черт не мой ты, сука, горишь, идешь на меня, блять. Охраняшка. Ладно, плюс-минус патрон у меня еще есть. Противник появился нормальный. С тобой. Ну, блять, что-то как-то дальше тем сложнее. Понятно. Охранка. Ну понятно, короче, охрана.
Ну, наконец-то, блядь, нормальное оружие. Куда с патронов? Ладно, будем экономить. Пойдем с пистолетом. ТТшка, в принципе, тоже неплохое оружие. Заебись. Меня просто в углу щеманули. Блять, сука. Блять, вот это забывай, сука, ящики шмонать. Это реально Atomic Heart. Нет, не работает. И в пятка. Не, ну вот это вообще не круто ни хера. Заебал нахуй, блядь. Чат еще пишет, блядь, в телефоне. Сука, мозги ебет. Бля, ну 16 хп, это пиздец, худо не худя, блядь. Меня сейчас сопли перешибут, блядь. 20 патронов троих, ну, блин, ну хуй его знает. Джефферсон. Че, 20 хп, блядь, и хуй мне делать-то? Ладно, патрон тут еще плюс-минус нормально. Тюрьма, ну ладно. Блять, пиздец, меня крыса убила, блять. Ёбаный хуй. Секунду. Так, мы 15 минут с вами играем всего. Бля, ну крыса убила, это пиздец.
Сука ебучая, блядь. Ну, блядь, ты реально Atomic Hearts из-за этих камер? Сука, хуй сохранишь, блядь. Ой, грамотно, бля, прям по лафе все сделал. Я сейчас хуй знает, как мне сейчас что дисать, блядь. Ну третий раз уже на этом моменте запинаться. Я для нахуй сделаю какой-нибудь. Знает. Погоди, не пили, ты сейчас подойду к тебе. Должен быть 1, 2, 3, 4. Я понял.
А, я секрет нашел. Я так понял, самый грузовище начинается, да? Ну вот на грузовище мы остановимся. Давайте, народ, на этом мы с вами закончим. Сколько у нас там по времени-то? 22 минуты. Хер с ним. Плюс-минус нормально. Давайте. Всем счастливо. Ну, думал, зайдет. Ну, пока все. Давайте, до следующей серии. Увидимся с вами. Чехословакия, получается. Ну, да.